Ну что, друзья, вот такое хреновое лето, да? Сегодня с утра 10 градусов тепла. И это в середине июля месяца, самого теплого месяца, да, в этом году. Но тем не менее, тренировки никто не отменял. Будем продолжать. Интересно-то вот что. Почему я записываю подкаст этот. Очень часто мотивацию люди генерируют. Они знают задачи, цели, которые перед ними стоят, желания. Желание у них есть что-то делать. Но самый червячок просыпается с утра, когда надо начинать действовать. Вечером-то все полны мечтаний, и все, завтра будет все хорошо. Там до 3 часов ночи сидят в социальных сетях и свято верят, что вот все, завтра с утра они встанут, и все у них начнется, все получится. Они же этого желают. На самом деле все не так. С утра они просыпаются и смотрят в окошко. А, дождик накрапывал. Плохо. На градусник, оп, 10 градусов тепла. Плохо. Что-нибудь еще произошло там? Плохо. Ну, давай, начну завтра. Тем более, вчера поздно лег. Ну, давай. И вот это вот завтра продолжается вечно. У меня есть два любимых выражения, которые я почерпнул в свое время из книги Хагакуры Ньюман. Ямамото Цунетома. Их надо выдирать и из контекста, потому что они там на самом деле поясняют чьи-то фразы и выражения, но мне понравились. А звучат они следующим образом. Одно с другим. Хотя они в совершенно разных местах находятся. Но для меня одно является продолжением другого. Для любого хорошего начинания, любое время, это то самое время. Это вот о чем. Если вы знаете, что что-то правильно, и вы решили действовать, начать, то не надо ждать понедельника, какого-нибудь там Нового года, дня рождения, какого-то часа определенного, числа, знаменательной даты. Начинайте действовать прямо сразу. Вот и все. Без всяких проблем. Тут же. Любое время – это то самое время. Это раз. А второе, если взяться за дело безотлагательно, то можно выполнить его на удивление быстро. На самом деле так и есть. Люди часто откладывают какие-то даже мелкие дела, простые, в долгий ящик. Вот тренировку, я считаю, ну, беговую, вообще простым делом. Встал и побежал. Все. Что откладывать-то? Полчаса побегал, все нормально, 40 минут. Ничего особенного не надо. Ни подготовки специальной, ничего. Вот так вот. То есть, если взяться за дело безотлагательно, то можешь сделать его на удивление быстро. А откладывать, если ты дел, куча накопится, и они вырастут в целую проблему. Потом начать будет просто кратно сложно. Поэтому не ищите себе индульгирование. То есть индульгенции. Это уже из Карлоса Кастанеды. Не надо никак оправдывать себя, искать себе какие-нибудь контрмотивирующие факторы, почему вы сегодня не можете сделать какое-то дело, и почему его надо перенести на завтра. Да не надо. Вот совсем недавно я шел на стадион, записывал подкаст. И ливень пошел. И чего, я мог вернуться домой. Но я не вернулся домой. Я взял и сделал свою пробежку 40-минутную. Пришел домой, принял горячий душ, потом холодный. Ну, контраст. И все, и было замечательно. И дело-то я сделал. И понимаете, вот такие дела, они воспитывают не просто волю, они еще и дают вам что? Они дают вам чувство какого-то восторга. Вы понимаете, что вы сделали дело, вы себя перебороли, вы сделали все правильно, и вы гордитесь собой. И у вас комфорт становится намного выше жизни на вашей. Вот так и поступайте. А я пошел тренироваться. Пока.